Награда нашла своего героя. Офицеры России и сербской общины ветеранов боевых действий вручили почетный знак Ларисе Лазутиной. Медаль передали ее первому помощнику Ревазу Макацария. От души, от организации поздравляем вас и передайте, пожалуйста, достойную награду Ларисе Евгеньевне и поздравить ее от, не только от офицеров России, но и от ряда общественных организаций, которые работают в Одинцовском городском округе. Медаль за активную общественную деятельность вручили Ревазу Макацария. В окружной палате он курирует сразу 4 направления – молодежь, спорт, ветеранские организации, патриотическое воспитание. Мы его и награждаем от сербской общины ветеранов боевых действий. Это вам выпил молодой человек. Вот. Ну и, соответственно, медаль. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».